ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности. К сожалению, существующие конфликты, как правило, не решаются, за исключением конфликта на Южном Кавказе, который был решен Азербайджаном военно-политическим путем, в полном соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН, уставом ООН и международным гуманитарным правом, что признано сегодня всем мировым сообществом.